Привет, зритель! Пока люди скрывают от меня свои чаты, я решила записать еще одно видео и по возможности, может, даже смогу это все вместе смонтировать. Я не помню, что у меня было заявлено на март в плане парфюма, но у меня как-то так получилось, что было тепло в марте в какой-то день, или просто мне что-то приспичило. И я достала свои любимые духи Элизабет Арден, зеленое дерево, зеленый чай точнее. Если слышны какие-то странные звуки, это кошка насилует сеточку на балконе. Она у меня играет в обезьяну. Короче, вот эти духи мне, помню, вот эти именно духи мне отдавала моя тогдашняя подружка Ленка из Ярика, собственно, или как там ее, та самая Аленка, плейлист в влоге с Аленкой. Но вообще, изначально вот эти духи, это были одни из первых, которые мне мама подарила. У меня был Биг Мосс, польские какие-то духи, хрен знает, существуют они еще или нет, и Элизабет Арден, зеленый чай. И я сама покупала и на Озон, и на Клубнике, и где бы то ни было. И потом вот последний раз мне отдала вот эти духи Ленка. За что ей спасибо, потому что мне очень нравятся эти духи. А еще у меня тут тоже подарок от кого-то из вас, дорогие зрители. И фраше, снятость, лимитка, туалетная вода, карамельное яблоко. И я им тоже пользуюсь. Я пользуюсь то вот этим, то вот этим. Я решила, что они будут у меня на апрель. В плане парфюмерии, если тут видно кого-то так, то это у меня от ухода остались мылки-дракончики на апрель. Я только сейчас вспомнила, что забыла какую-то штуковину на уход апреля показать, но она не столь важная, думаю, ничего такого не будет, если я про нее забыла, к нам опять приперлась кошка. Я даже попробую ее сейчас показать. Да-да, вот мы хотим вот это скоммунизить, мы хотим это скоммунизить, пошла нафиг, не скоммунизишь. Так, сейчас я как-нибудь камеру верну на себя. В общем, вот такой у меня обзор моих маленьких парфюмов. Целых только две штучки. Как-то с каждым месяцем то меньше, то... Ну, в какой-то месяц у меня вообще только одни были. Ну и, в общем, кошка тут в кадре. Если вы чем-то подобным пользуетесь, или наоборот, у вас на апреле что-то другое, поделитесь со мной в комментариях. Я постараюсь вам поставить... Уйди с кадра! Сердечко! Бегемотина! Ну и... Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко, я скажу вам спасибо. Ну и всем пока!